Сегодня в Барнауле начал работу 10-й съезд педагогов. Всего в его рамках пройдет более 30 мероприятий, семинары, открытые лекции и круглые столы. Одно из значимых событий – общественный форум «Родительская академия. Новый формат», который проходит сегодня на базе 53-й школы. Его особенность в том, что участие в нем принимают родители школьников. Их знакомят с актуальными проектами в сфере обучения и воспитания. Они, в свою очередь, задают интересующие вопросы. В рамках съезда также планируют обсудить, как работать с дошколятами в условиях реализации государственных стандартов, перспективы проведения чемпионата молодых профессионалов на региональном уровне. На базе педагогического университета будет организован День науки и практики. Итоги развития краевой системы образования на съезде будут представлены завтра в рамках пленарного заседания.